Мы вышли из машины, подходим к командиру милицейского кордона. На вопрос, что происходит при предъявлении удостоверения членства Совета Федерации, он, откозыряв, доложил, что сегодня презентация для дипломатического корпуса открывается Третьяковская галерея. Мы прошли, Спиридонов, сгруппировав вокруг себя довольно значительную группу послов европейских, повел их в Третьяковскую галерею и после гардероба сказал так экскурсоводам, которые были закреплены: ну, мы тут сами разберемся. И он повел, и в течение полутора часов он вел ознакомительную экскурсию для дипломатического корпуса Европы по отреставрированным залам Третьяковской галереи. Вот это вот каково. На взлет, не готовясь.